Среди многочисленных наград, дипломов, грамот, благодарственных писем телерадиокомпании «Альтекс Медиа» награда за третье место в 14-м всероссийском конкурсе «Патриот России» в номинации «Моя Россия» заняла достойное место. Авторский проект главного редактора Андрея Горбунова о подвиге работников Егоршинского радиозавода на фронте был признан компетентным жюри всероссийского конкурса одним из лучших среди представленных 1500 материалов печатных и электронных средств массовой информации из 69 регионов России. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов состоялась в Нижегородском Кремле. Всероссийский конкурс на лучшее освещение в СМИ темы патриотического воспитания «Патриот России» уже в 14-й раз проводится Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям при участии Министерства обороны Российской Федерации и Российского государственного военного историко-культурного центра при правительстве Российской Федерации. В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2011-2015 годы. Оценивались представленные работы на конкурс компетентным жюри, в состав которого вошли представители Роспечати, Минобороны и журналисты федеральных средств массовой информации по номинациям конкурса «Патриот России», «Моя Россия», «Служу Отечеству», «С чего начинается Родина», «Мы россияне» и «Россия молодая». На конкурс телерадиокомпания «Альтекс Медиа» представляла радиопрограммы, в которых работники ЕРЗ делились историями своей жизни в годы Великой Отечественной войны. Трогательные рассказы артемовских ветеранов, звучавшие в эфире радио «Альтекс», принесли очередное признание телерадиокомпании как лучшее в освещении темы патриотического воспитания среди СМИ. Кроме главного мероприятия, церемонии награждения победителей 14-го всероссийского конкурса «Патриот России», главному редактору «Альтекс Медиа» посчастливилось поближе познакомиться с самим Нижним Новгородом. Вместе с коллегами, участниками конкурса из других регионов, Андрей Горбунов посетил художественный музей, познакомился с картиной «Макар». «Воззвание Минина» – самым большим в России станковым полотном на тему отечественной истории. А также побывал на интересных и познавательных экскурсиях по Нижегородскому Кремлю, музею усадьбы Рукавишниковых и другим известным достопримечательностям Нижнего Новгорода.